2, 3, а струбцин 2. Я правильно понимаю? Наверное, я не знаю, это не мое оборудование. А что ты заморачиваешься? А? Давай. До кучи все письмо тебе перешли. Да. Потому что буду жить там смешно. Да, я понимаю, ага. Я в этих трех песнях нету кто. Хорошо. Ну и в этот момент выходит у нас Мира. Ой, выходит Эли Габитова. И ты сразу, как она вышла, она садится. И ты ее высвечиваешь. Да, нет, только одну правую. Одну правую. Да. Точное московское время 20 часов 15 минут. Шанину. Мы включаем сначала только то, Сережа. Сначала правую включаем, новости. Все готовы. Можно выпускать это? Ну, вроде, да. Выпускайте берлогу. После через камеру сделали. Да? Давай вырвем. Отлично, мы ее высадим. Мишанина. Здравствуйте, в эфире новости. В России с полуночи вступил в силу федеральный закон о полиции, автором которого считается Дмитрий Медведев. При этом полицейские в стране появятся только спустя несколько месяцев. Сотрудников МВД еще ждет переаттестация, призванная оставить в рядах только профессионалов. Новый закон обязывает сотрудника полиции извиниться перед гражданином, чьи права он нарушил. Ранее же подобная норма не была закреплена законом. В мировой политический лексикон вошел и закрепился такой термин, как «арабская весна». Журналисты называют так революционную волну демонстраций и протестов, которые начались недавно на севере Африки. Сначала революции произошли в Тунисе и Египте, затем началась гражданская война в Ливии. Тем временем в Фейсбуке и Твиттере появились первые призывы к протестам в Сирии. Картина Джеймса Кэмерона «Аватар» на церемонии вручения премии «Золотой глобус» была названа лучшим фильмом 2009 года. Кроме того, его создатель получил приз за лучшую режиссерскую работу. Таким образом, новая картина Кэмерона повторила успех его ленты «Титаник», получившей 12 лет назад «Золотые глобусы» в этих же номинациях. Тем временем новая картина Кэмерона поставила исторический рекорд по кассовым сборам, обойдя его же фильм «Титаник». Сборы от проката «Аватара» за 6 недель достигли 2 миллиардов долларов. Эльвира Габитова, служба информации «Серебряного дождя». Мишанина. Послушайте, но я смотрел «Аватар» искренне питался. Мне еще Тимур Бекмамбетов рассказывал о том, что Джеймс Кэмерон пригласил его в съемочный павильон и сказал, сейчас, одну секунду, дал ему специфические очки в виде камеры. Вот, и он ходил в этом павильоне, а так, если снимешь очки, кубы. Наденешь, ох ты, Господи, Боже ж твою мать, расцветают вот эти синие растения, планета другая и так далее. Слушай, но мне кажется, я искренне пытался... усвоить. Мне кажется, что может, нам что-то нужно было я не понимаю. Выдавать какие-то очки, может быть, не на глаза, но как-то на голову, понимаешь, какую-то специальную шапку, потому что я смотрела на все это синее и понимала, что вообще непонятно, для чего это существует. Но вот мы с тобой просто чего-то не догоняем. Мы не догоняем, мы никогда не догоним. Весь мир, собственно говоря, короновал этот фильм. И я не Кэмерон знаю, он, говорит, конечно, подождите, клевый. Вы просто не все поняли. Вот. Как это и должно правда. Быть. А вообще... На самом деле,
Кончаловский очень хорошо, помнишь, в нашем эфире недавно объяснил это, что просто мы с тобой не понимаем, потому что раньше кино было для взрослых, и когда ты смотришь фильмы 60-х годов или 70-х, и даже вот 80-х, они для тебя, и ты все понимаешь. А дальше началось просто по технологии, по бизнес-модели. Кино для тинейджеров и детей, и музыка сейчас будет такая, и телевидение будет такое. А нам не нужно смотреть уже кино, нам надо смотреть что-то другое. 2 дня назад я рискнул сходить на «Облачный атлас». Есть кто-нибудь в зале, кто смотрел фильм? Есть. Вам понравилось? Да. Да, не рассказывай дальше. Им понравилось. Я, простите, я выражу свое частное мнение на полях. Унылое дерьмо. Я просто пытался... Нет, я искренне, но я думал, господи, Вачовски, Том Тыквер, великие боги, Том Хэнкс, там, я не знаю, потрясающе. Диалоги на уровне... Послушай, но это же просто слеза в океане. А из чего еще состоит океан? Я думаю, господи, боже ты мой, надо ли было городить всю эту чушь для того, чтобы такой степени откровения выдавать. Миша, но ставь просто... на проверенные вещи. Пойди посмотри Skyfall. Да, я еще это... И все будет лучше, понимаешь, да. Все будет лучше. Мы решили поговорить о кино и вообще о визуальной продукции с человеком, который даже прикоснулся даже к этому. Даже снимался в кино. Да, да. Дамы и господа, приглашаем на сцену руководителя музыкального коллектива имени себя Петра Налича. Ну. Привет, дорогой Петя. Садись, пожалуйста. Вот сюда вот, и я тебе даже сейчас думаю, что вот в этот лучше. Вот так. Вот. Добрый вечер. Здравствуйте. Начну спасибо, что разговор. Добрался. Да. Добрался тяжело, спасибо. Очень. Вы бывали в студии программы «Мешанина». Неоднократно. Да, да. Даже, может быть, дважды, если мы подсчитали правильно. Оба раза с отменным враньем приходили вы к нам. Но это не я виноват, это Миша виноват. Миша виноват. Да. Однажды вы рассказывали, что к вам на дачу прилетает Пласидо Доминго специально давать вам уроки вокала. Да, да, да. Второй раз вы признавались в том, что вы этнический норвежец, и говорили с нами по-норвежски, хотя все знают, что вы этнический серб. Этнический украинец. Украинец. Хорошо. Вот опять вы врете. Или я вру, неизвестно в чем дело. И хотелось бы говорить теперь по правде уже, наконец. Давайте. Да. Давайте. Как... Вот... А да, что да, за день сегодня такой, что по правде говорим вдруг? Такой особенный день календаря, юбилей мешанины. Я отмечу потом дальше. Как тебе занесло в Пабло Пикассо? Как меня занесло? Позвонил Леонид Геннадьевич Парфенов и говорит, не хочешь ли сыграть молодого Пикассо? Я говорю, конечно, хочу. Кто же не хочет? Отказался в такой ситуации. Я и старого могу говорить, старого не надо. Вот, только молодого. Вот, потом меня нарядили, причесали, умыли. Вот. Побрили даже специально, потому что должна быть гладкая морда. И я вот, собственно, там изобразил несколько фраз, нескольких-то движений, там, крысу подержал в руках. В общем, отыграл как мог. Вам удалось что-нибудь продать в этот момент, нет? Продать актерам, игравшим Щукину, да? Я пытался искренне, но, видимо, у меня французский плох был, он меня не понял. Понятно. Но это мы говорим о фильме «Глаз Божий», да, в котором Петя Налич играл... Старого Познера, хотел сказать. Старого Пикассо сыграл Познер. Так, да. А молодого Петр Налич как раз. Да. Скажи, пожалуйста, а вообще, в принципе, как ты нынче смотришь кино? Ты ходишь в кинотеатры или ты все, в общем, по ноутбуку? В общем, все качаешь, да. Качаешь. Я в кино не был очень давно. Последний раз, по-моему, то ли на последнем «Гарри Поттере», то ли на последних «Звездных войнах», то ли на последнем «Властелине колец». Вот какой-то... На одном из этих моих любимых детских сериалов. Юношеских. Вот, с тех пор я давно не был в кино. И смотрю дома, конечно, что скачаю, досмотрю попросту. Давай его проверим на знание сериалов. Давай. Давай. Скажи мне, пожалуйста, вот в каком сериале ключевая фраза была «все лгут»? Такой вопрос, мягко говоря, нетрудный. Это просто вопрос в тему. Хорошо. Давай следующий. Истина где-то рядом. The truth is out there. Мы принимаем смски по номеру 7903-797. Подскажите, Петя, громко.
Я не знаю такого. Секретный материал. X-Files. X-Files. Я его не смотрел, да. О, как? Хорошо, следующий. Это сарказм. А может, ну, все, помощь зала, пожалуйста. Помощь Гарри Поттер все-таки, нет? Нет, нет, нет. Помощь зала, 3-4. Теория большого взрыва, совершенно верно. Я понял. Ну и хорошо, сейчас простой вариант. Картина маслом. А, ну это Машков, да. Да. Ликвидация. Да, ликвидация, да. Абсолютно точно. Ты согласен с тем, что вообще крупный кинематограф и самые талантливые люди, они как-то каким-то образом сдвинулись с экранов крупномасштабных блокбастеров именно в сериалы. Они делают сериалы нынче. То есть, потому что у меня такое ощущение, что для меня кинопродукты уже давным-давно не делают. Ты знаешь, мне трудно судить, потому что я, опять же, не изучаю постоянно рынок, все новинки, что получилось, что не получилось, и там и какие жанры, я этим не занимаюсь. И телевизор тоже, в общем, не смотрю. Но, конечно, так, по какой-то фоновой информации, которая так до меня доходит, знаю, что очень много делается сериалов, и их очень много идет по телевидению на самых разных каналах, и сериалов самых разных. Почему так происходит? Да я не знаю, ну, веяние времени какое-то, но мне не кажется, что надо какие-то там ставить кресты на большом кино, и все придет. Ну, скажи, последний фильм, который вот ты пришел в кино, и он прям тебя поразил вообще. Вот просто перейдя. Гарри Поттер не подходит, да? Не Гарри Поттер, не, нормально, на Гарри Поттер канает, все, хорошо. Я тогда хочу еще спросить про отечественное кино, которое, я не знаю, смотрел или нет, но вот все эти, мне кажется, что оно состоит или теперь из сиквелов, или ремейков. Да, сиквелов и приквелов. Да, или ремейков, как переснимается «Служебный роман», сейчас переснимается «Операция И», или там «Ирония», то есть «Джентльмены удачи». Да-да-да. Или происходят такие важные телевизионные события, как, например, «Покраска Штирлица». Вот мы, когда обсуждали этот эфир с Мишей, мы придумали, что здорово было бы с такой же помпой за такие же деньги на центральном канале в 7 часов вечера показывать цветной фильм, который сделали черно-белым. Знаете, вот какой-нибудь там. Или я предлагаю еще без звука тогда какие-то. Мимино, черно-белый, да. Звук убрать, пустить Москва субтитры. «Москва слезам не верит впервые в черно-белом». Звук убран, и субтитры идут на черном фоне. На китайском. На китайском. А сериал «Универ» в черно-белом как пойдет, отлично. О! Будут эстеты смотреть просто. Да, а интерны? Мама, не горюй вообще. Просто скажи, пожалуйста, а вот есть ли у тебя, вот, например, послушав твою последнюю песню «Золотая рыбка», которая абсолютная тарантелла итальянская, вот когда ты, например, создаешь музыкальное произведение, ты представляешь гипотетически, каким фильмом великим они могли бы быть саундтреком? То есть я, например, послушав «Золотую рыбку», у меня было абсолютно точное ощущение, что вот эта эта тарантелла могла бы быть, например, одной из сцен в «Крестном отце». Ну, конечно, это же вообще самая такая вот корневая тема итальянской мафии. Это тарантелла и такие люди старые, которые там что-то танцуют на каких-то вечерах, разодеты в какие-то чудесные совершенно кафтаны, вы знаете, пиджаки неимоверные. Ну да, что-то такое то в этом есть. Картинки такие проплывают перед тобой. Ну, на самом деле они проплыли, когда ты об этом сказал, но от этого эффекта, я надеюсь, не меньше. Да. Ну скажи, пожалуйста, еще последний вопрос. Правда ли мы узнали, что реально тебе предложили сниматься в новой серии Шерлока Холмса? Вот. В сиквеле. В сиквеле, да. И что ты должен будешь играть русского, выходца из олигархии российской, который владеет футбольным клубом в Лондоне. И командой по крикету. Да. Да, это правда. И я надеюсь, что все срастется, потому что это роль, которая действительно откроет мне большие горизонты, во-первых, как в освоении актерской специальности, так и в освоении, собственно, производства команд по крикету и по футболу. И как бы две вот этих линии, я надеюсь, они будут доминировать в моей жизни оставшиеся 150 лет. Понятно. Но поскольку команда по крикету уже ждет, то мы просим главного игрока. Дамы и господа, музыкальный коллектив Петра Налича! Ну что, попробуем, друзья. Грянем. Добро еще помню. And I say me go with the wind. And I say my love, 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 I am the lane. Tears are running, heart is burning, 'cause you are leaving for a better living while I'm staying. La 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 la, I am
хочу поехать на дачу. Признаюсь тебе в чувствах своих, чувств этих много-много. Look at myself, me so gay and lucky, me so shy and me foggy. Woo! One can take me to very good to years when I love you and you love me as yell. Мы с тобою никогда не расстанемся. Мы с тобою на даче останемся. Небольшие еще поправки. Будь добры, бас и голос в мониторы в соседние товарищам. У меня а мне чуть баса еще побольше. У меня все хорошо. Да, вот так. Гитаристу. Дальше прозвучит песня с нового альбома. Называется она «Christmas». Готовы? You know the meaning of my words.
Спасибо, друзья. В заключении нашего небольшого выступления мы споем песню «Давай разведемся». Ночь, мы вдвоем грустим, не говорим, молчим. Странно и глупо грустить вдвоем. Давай веселиться. Ла-лай-ла-лай, уи-ри. Снег укрывает нас ровным слоем. Холодно очень лежать в снегу. Давай обниматься. Ла-лай-ла-лай, уи-ри. Ай, годы прошли совсем, нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь, мне чуть слышно. Давай разведемся. Совсем нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся. Спасибо. Музыкальный коллектив Петра Налича. Поздравляем Мишанину. Спасибо большое, Петя. Спасибо. Спасибо, дорогие. Мишанина. Здравствуйте, в студии Эльвира Габитова с выпуском новостей. Более 30 повторных подземных толчков произошло в течение нескольких часов после первого землетрясения магнитудой 8,8 в Японии. На северное побережье страны обрушилось мощнейшее цунами. Волна высотой до 10 метров в префектуре Фукусима ударила на 5 километров вглубь побережья. В ряде городов возникли оползни и пожары, разрушены здания и мосты. Тем временем правительство Японии предупредило о риске взрыва на АЭС Фукусима-1 из-за землетрясения и цунами. Предложение об изменении границ Москвы и области представлено президенту. Москве от области передается большой участок на юго-западном направлении, почти 150 тысяч гектар. Речь идет о большом участке от Варшавского до Киевского шоссе и дальше на юго-запад, ограниченного большой кольцевой железной дорогой. В итоге площадь столицы увеличится почти в 2,5 раза. В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг под лозунгом «За честные выборы». Предыдущая подобная акция состоялась 2 недели назад. На Болотной площади тогда, по разным оценкам, собрались от 25 до 50 тысяч человек. Митинг на проспекте Сахарова оказался еще более массовым. По данным полиции, в мероприятии участвовало 30 тысяч человек. Организаторы называют цифру 120 тысяч. Эльвира Габитова, служба информации «Серебряного дождя». Мы вас слушаем, если о новости про митинги есть желающие аплодировать, давайте поаплодируем. Честно говоря, мой первый митинг был далеко от Москвы. Это было в Екатеринбурге. Я учился в медицинском институте. К этому моменту я уже 2 года отслужил в советской армии. И первый раз мы вышли протестовать против того, чтобы студентов медицинского института брали на срочную службу. То есть мы за восстановление военной кафедры вышли на улицу. А второй раз это было в поддержку независимости Латвии. Мы были против действий рижского ОМОН. Я знаю, что, может быть, среди вас есть люди, которые категорически против
этой позиции, но тем не менее нами двигала идея о том, что каждая этническая общность имеет право на самоопределение. Поэтому через несколько лет после того, как я выходил на улицу, меня даже свинтили в этот момент за то, что мы протестовали против действий рижского ОМОНа. Я был в Латвии, и меня остановил полицейский за превышение скорости на том мосту, если кто знает, который отделяет Юрмалу от Риги. Он остановил нас, мы что-то там типа на 10 километров в час превысили скорость. Он сказал: «Ну, у вас там в Москве денег много, расплатитесь». Я вышел, взял его за грудки и сказал: «Ах ты, скотина! Да я жизнь свою положил на то, чтобы вы были независимой страной, сволочь. И ты сейчас будешь от меня это требовать?» И он как-то меня отпустил. Вот. И это сказал, вот все русские такие пафосные, такие пафосные. А мне кажется, что мы сейчас аплодировали новости о митингах, аплодируя больше своим надеждам, которые были у нас вот тогда, год назад. И я вспоминаю, конечно, помню этот холодный проспект Сахарова, совершенно набитый людьми, как метро в час пик. И вспоминаю еще до этого замечательные первые ощущения от митингов на Болотной площади. Дело в том, что я училась в 19-й школе в Замоскворечье, прямо которая стоит фактически на этом канале обводном. И нас наш преподаватель физкультуры водил в третьей четверти ходить на лыжах ровно в тот самый парк Репина, который теперь известен по-другому. Не было еще этого Лужкового моста, мы тащили наши лыжи, там, значит, вот должны были это все делать, потом обратно тащили. И я когда пришла на Болотную площадь, я нельзя сказать, что я часто там сейчас гуляю, то я вспомнила эти детские лыжные занятия с удивлением. Это было тогда одно из важных чувств на этом митинге, что так вот все что-то происходит в Фейсбуке, в интернете, и вдруг ты видишь, что люди на самом деле готовы что-то делать, ну хотя бы выйти на улицу, хотя бы прийти, хотя бы не поехать в эту субботу на дачу или сидеть с детьми, а ими движет что-то очень, очень серьезное и важное, они понимают. И я в тот самый момент понимала, что я выросла, я стала взрослой, я прихожу сюда, потому что я отвечаю за ту страну, в которой я теперь живу. И это важно, что мы стали спорить на кухнях, как мы спорили 20 лет назад, когда Миша выходил за свободу Латвии бороться. И мы в семьях спорим, я спорю со своими братьями целые ночи до хрипоты, потому что нам опять страшно важно, что происходит с нашей страной. Это каждый раз происходит. Я перед началом программы говорю: «Фёкла, а готова ли ты позвонить своему брату?» Оставь эту тему, все, оставь, перестань, я очень люблю своего брата. На моих глазах те же самые события происходили, например, но в семье моих друзей, братьев Самойловых, группа «Агата Кристи». Выдающаяся группа в истории, безусловно, завоевавшая свое место в истории русской музыки. Вот Вадик, он как бы абсолютный такой коллаборационист. Он вот как с Сурковым, так и с Сурковым. А вот Глеб, он абсолютный анархист. Ему главное, чтобы против. Ему главное, чтобы свобода. И вот степень напряжения внутри этого, между этими братьями достигает такого накала, что группа разваливается, и они расходятся разными путями. Максим Виторган, мой близкий друг, говорит о том, что он считает сказать против существующей власти. И вдруг его папа обнаруживается, как, что он поддерживает, он одно из доверенных лиц Путина. Максим говорит, этого не может быть, и вдруг оказывается, это может быть. Внутри семьи прокладывается раскол, какая-то трещина, как в ледниковом периоде, вот такая вот разрывающая семью напополам. То есть события прошлой зимы развели нас по разные стороны баррикад. Ты знаешь, на самом деле ничего в этом хорошего нет. Это, к сожалению, грустный итог последних лет, если уж мы сегодня это подводим. Но вот про Максима сейчас мы говорим. Он был одним из тех людей, который обратился к, там, это называлось формально, как творческая интеллигенция и так далее. И заметьте вообще, вот какую важную роль в этих
в этих всех событиях сыграли артисты, сыграли музыканты, сыграли люди, которые... То есть их мнение было принципиально важно во многом. Да? Это вот из серии нерукопожатное. То, что мне категорически не нравится. Мне не кажется, что нужно кого бы то ни было записывать в эту статью только из-за того, что он придерживается другой точки зрения. Ты понимаешь, просто но они тем меньше, чем кто-либо другой скрывал свою позицию. Они выражали ее очень активно. Вот один из них у нас сейчас будет в качестве нашего специального гостя. Дамы и господа, попрошу поприветствовать человека, который не стеснялся никогда своих собственных взглядов. Вася Обломов. Привет. Вот и свиделись. Давай, садись. Ну, я предвижу первый твой добрый ответ, вечер, что друзья. Ты... Да. Вася! Вась, вот такой вот философский вопрос. Раз уж мы движемся к финалу, у нас и серьезнее разговоры становятся. Вот скажите, пожалуйста, время перемен для артиста – это хорошо или, наоборот, это трудно для творчества? Ну, вот я ждал что-нибудь попроще. Вот мне всегда все самое серьезное достается. Да нет, я думаю, просто, как это называется, времена не выбирают, в них живут и умирают. Поэтому, ну, я не жалуюсь. Я хочу напомнить, что Вася, даже не он прислал мне запись, а мне передал, по-моему, Саша Васильев из группы «Сплин», запись первый раз, когда... Да, Миша Козырев был, я давно хотел об этом сказать публично, Миша Козырев был первым человеком, который не постеснялся поставить мою песню в эфир в 2003 году. Послушай, Дима Маликов, это была история прекрасная по поводу странного сумасбродного человека, который пишет письмо Дима Маликову, и там была абсолютная аналогия с Эминемом из песни «Стэн», в которой, собственно говоря, главный герой гибнет, вот, а после него остаются... катушечный магнитофон, на котором записана эта песня Димы Маликова. Но это было много лет назад. Мы смешную штуку сняли для «Неголубого огонька», в котором сам Дима Маликов согласился. И это первый раз сняться, когда первый раз они встретились на съемочной площадке. Но это было давно и неправда. А вот здесь вдруг получилось так, что ты стал, в общем, одним из символов вот этого белоленточного движения в прошедшую зиму. Хотел ты этого или нет, но так оно произошло? Ну, мне кажется, все это на самом деле громкие слова, ну, не больше. Мне кажется, Юрий Шевчук больше тянет на символ, да и то, по-моему, он тоже не стремился особо ни к чему. Никто. Я просто говорил, мне кажется, что любить свою страну не позорно, и вот когда говорят, что люди делятся на два лагеря, мне кажется, лагерь есть просто один, это люди, которым не безразлично, как жить дальше здесь, в нашей стране. Мне кажется, все хотят жить по-человечески, независимо от того, любят они Путина или нет. Вася, а что порадовало? Вот много вопросов и проблем, которые остаются после прошлой зимы, этих событий, что порадовало в том, что происходило? Порадовало, что я не один так думаю. Огорчило, что... А мне не нужно говорить, что нет, огорчило. Нет, нужно. Огорчило, скажи. Огорчило, что, как мне показалось, количество этих людей я переоценил. Многие, мы тоже переоценили. Мне кажется, что да, мы переоценили, то есть мы порадовались, когда случилась Болотная площадь, когда случился проспект Сахарова, но выборы президента в том виде, в котором они проходили, мне кажется, они показали, что других людей... людей с другой точкой зрения, да, в том числе с точки зрения на свою жизнь, в стране гораздо больше. Вот и все. Наша проблема в том, что мы боремся за довольно абстрактные ценности, понимаешь? Мы боремся за... Вот люди выходят на митинги, на протесты, когда им нечего есть, когда у них нет работы, когда нет, не знаю, электричества или газа, а мы боремся как немножко как декабристы в 25-м году за абстрактную свободу. Нет, но мне кажется, большинство вышло все-таки не за каких-то людей, или за меня, или за Шевчука, или за каких-нибудь политических лидеров, или за Леонида Парфенова. А большинство, мне кажется, вышло просто потому, что они были оскорблены. Это было оскорблено чувство человеческого достоинства. Тут были какие-то такие, вот эти материи задеты. Людям не понравилось. С нами так нельзя. Мне кажется, что это... Причем мне кажется, что это абсолютно нормально. В этом нет никакого экстремизма, друзья. Это правда. Быть людьми не стыдно.
Скажи, пожалуйста, этот период вот твоих выступлений на митингах и определенных песен написанных, он войдет в твою аудиобиографию как светлый или как темный? Ну, как мутный, я бы сказал. Довольно мутный период, потому что, кстати говоря, про поводу аудиобиографии. У меня выходит сейчас пластинка 22 числа. Я ее презентую. Я видел обложку уже. Да, уже вышла обложка. В «Арене Москва» у нас будет концерт. Там будет Парфенов, Собчак, Ефремов. Ну, дело не в этом. А в том, что альбом называется «Стабильность». И сочинил я его в период с 2011 по 2012 год. Собственно, вот буквально неделю назад я закончил писать последнюю песню. И, конечно же, красной ниткой проходит вся та муть, которая преследовала нас вот в течение этого времени. И мне кажется, что время именно мутное было, оно какое-то неопределенное. И мне кажется, оно еще не закончилось. История еще потом будет долго расставлять акценты. И, ну, не знаю, мне кажется, мне не стыдно за то, что я делал. Я думаю, что вам тоже. Дамы и господа, на сцене Вася Обломов. Сегодня мы выступаем как дуэт в знаменитом спектакле квартета «И двое против ветра». Со мной... Прекрасный, кстати, спектакль, да. Со мной сегодня прекрасная скрипачка и певица. Ее зовут Ася Соршнева. И мы исполним две песни. Дело в том, что у меня в творчестве песни очень полярные. Они либо очень грустные, либо очень веселые, дурацкие. За дурацкие больше платят, как ни странно. Тем не менее, я спою сначала грустную песню, а потом, чтобы оставить атмосферу праздника на сцене, мы исполним какую-нибудь идиотскую песню со словом на букву «Г», рифмующимся со словом «давно». Но... Первая песня будет, конечно же, грустная. Это песня... Ты со мной? Поиграй, тебя слышно? Вы слышите скрипку? И смех в зале. Вы слышите скрипку? И все равно смех в зале. Значит, слышит. Первая песня... Ну, кстати, да, зря я шучу перед этой песней. Песня грустная, она называется «С чего начинается Родина». Это трек про то, с чего на самом деле начинается наша Родина. Наверное, с денег в больнице за то, чтобы родиться, с раздолбанных дорог и постов милиции, с кукольных мультфильмов и криминальной хроники, со страха взорваться или попасть в заложники, с покупки левых дипломов и липовых аттестатов, техосмотров и депутатских мандатов, с первой бутылки водки в школьной библиотеке, с группы «Нана» и «Кармен» в радиофонотеке. Если ты в достатке, не забывай говорить спасибо, а то она придет с проверкой, у нее есть любая ксива. Родиной пахнет в плацкартных вагонах, она в прожиточном минимуме, в генеральских погонах, в супермаркете «Остров», в Государственной Думе, она в песнях Сергея Жукова в сельском клубе. Родина начиналась с сигарет поштучно, с портвейна и семечек, родина и я неразлучны. Она настигает меня очередью в больнице, она ставит меня на учет в милиции. Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду, хлопайте в ладоши под бабкину надежду. Родина шлет мне повестки из военкомата, родина встречает меня толпами игровых автоматов. Белая береза стоит и качается. Здесь Родина не кончилась и никогда не кончается. Она говорит: гордись Пушкиным и Федором Достоевским, Сергеем Есениным и Александром Невским. Но не имеет значения, что там было давно. Сейчас не Родина для тебя, сейчас ты для нее.
Она оперативно сообщает по рации: ловите этого парня, у него нет регистрации. Ты свободен, не нравится, можешь сделать ноги. И на этом родина заканчивалась у многих. Выходя на пенсию, сразу заказывай гроб. Старикам здесь не место, это твой гороскоп. Читая «Золотого теленка», я никогда не давился от смеха. Мне всегда хотелось, чтобы Бендер уехал, но в книге все всегда заканчивалось плохо. Уходят люди, а на дворе все та же эпоха. Белая береза стоит молчаливо, по телевизору смех, а в душе тоскливо. Большое спасибо. А следующая песня, которую мы исполним, это такая своеобразная, кстати, Ася, поговори микрофон, у тебя должен быть микрофон включен. Раз, раз, раз. Вы слышите Асю? А следующая песня, это такая заявка на участие в Грушинском фестивале бардовской песни. В том смысле, что этот фестиваль прекрасно существует без нас, но я за время своего существования, как Вася Обломов, объездил многие фестивали, в том числе и фестиваль «Усадьба джаз». Видели бы вы лица тех поклонников джаза, которые, едва заслышав аккорды «Еду в Магадан», бежали по этой тропинке к нашей сцене, устав от джаза. Вот. Это было волшебно. И мы задумались, то есть я получил песню года, выступал, кстати, здесь под фонограмму, между Стасом Михайловым и Меладзе, или они вместе. В общем, было очень много разных вещей и рок-фестивали. И я понял, где же мы еще не выступали, на Грушинском фестивале бардовской песни. И мы поняли, что спеть мы должны такую песню, которая была бы бардовская песня на все времена. То есть это должна быть такая правда сермяжная и по-блатному сыгранная. Поэтому вот сейчас мы исполним, собственно, эту песню, которую я написал, как и многие бардовские песни написаны. Она написана вместе с моим другом во время одного застолья в его доме-музее в Санкт-Петербурге, Сергеем Шнуровым. Вот. И песня называется «Правда». Это песня про любовь. На носки носить сандали, шоколадные медали, силу власти вертикали нежно любит наш народ. Яйца с курочкой в дорогу, из-под крана выпить воду, рассказать о жизни блогу любит наш народ. Любит наш народ всякое говно, всякое говно. Любит наш народ, любит наш народ всякое говно, всякое говно. Любит наш народ. Покажите телефоны, сделаем звездное небо. Песня подходит. Покажите, покажите, у всех есть телефоны. Давайте, не стесняйтесь. Еще. Такой куплет сейчас будет. Еще, еще. Стас Михайлов и Жанна Фриске, из бетона обелиски, к манной каше две сосиски. Очень любит наш народ, чтобы потолок был низкий. Алюминиевые миски, к «Жигулям» литые диски. Любит наш народ, любит наш народ всякое говно, всякое говно. Любит наш народ, любит наш народ всякое говно, всякое говно. Любит наш народ. Соляк.
А теперь вы, вся, не стесняемся, любит, еще, вся, прям как фестиваль. Любит наш народ, любит наш народ всякое говно, всякое говно. Любит наш народ, любит наш народ всякое говно, всякое говно. А настоящие барды песни заканчивают так. Любит наш народ, любит наш народ, любит наш народ, любит наш народ. Большое спасибо. Здесь был Вася Обломов, Ася Соршнева. Ася Соршнева, Вася Обломов. Браво. Ай, молодца. Браво, вот браво, молодцы какие, а? Большое. Заставили даже скандировать фундаментальную тезис по поводу русскоязычной музыки. Мишанина.